Амич умер прямо в полицейской машине, как говорят стражи порядка. Они просто везли его домой, когда мужчине стало плохо. Правда, перед этим он провел ночь в отделении. Ночью в отдел ОВД номер 7 позвонили жильцы одного из домов и пожаловались на пьяного мужчину, который мешал им спать, кричал и стучал в двери квартир. Дебошира задержали и отвезли в отделение. Там на него оформили протокол и отпустили, но уходить мужчина отказался. Денег на такси не было, а общественный транспорт уже не ходил. Утром уже протрезвевшего нарушителя общественного порядка полицейские предложили довести до дома. По дороге около городка Водников пассажиру вдруг стало плохо. Полицейские вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть, предположительно от сердечного приступа. Следователи проводят проверку.